Меня зовут Алена. Сегодня мы поговорим с вами о краске для волос. Зимой 2014 года Schwarzkopf представляет Nectar-Color стойкую крем-краску для волос без аммиака, содержащую цветочный нектар и биомасла. Nectar-Color – это новое поколение стойкого окрашивания, обеспечивающее исключительное питание и богатый цвет волос. Приятным дополнением к процедуре станет тонкий цветочный аромат, который раскрывается во время окрашивания. Чего ждут женщины от красок для волос? Известно, что женщины уделяют много внимания внешнему виду волос, но при этом часто недовольны их состоянием. Как показало исследование потребителей, 30% женщин жалуются на секущиеся концы волос, 40% считают свои волосы ломкими или поврежденными, а 80% ожидают, что волосы будут выглядеть лучше после окрашивания и станут более блестящими. Но есть еще одно пожелание, свойственное исключительно женщинам. Они хотят получать наслаждение от процесса ухода за собой. Стойкая крем-краска Nectar-Color содержит цветочный нектар и биомасла. Масла уже давно используются в косметологии, но в красках для волос эта технология стала применяться совсем недавно. Масла действуют как активатор цвета, усиливая действие красителя, что обеспечивает лучшее проникновение цветовых пигментов в структуру волоса. Так достигается стойкий результат окрашивания, полное закрашивание седины, а волосы становятся блестящими и мягкими, и все это без аммиака. Nectar-Color имеет насыщенную текстуру, благодаря чему не течет при нанесении. В комплект входит ухаживающий концентрат кондиционер блеск с цветочным нектаром, маслом абрикосовой косточки и пантенолом. Палитра Nectar-Color состоит из 17 оттенков, классических натуральных оттенков и актуальных ярких цветов, к которым относятся, например, и синий-черный, интенсивно-красный и жемчужный блонд. Несмотря на то, что в косметологии масла используются уже несколько тысячелетий, в процедуру окрашивания их стали включать лишь недавно. Благодаря формуле с цветочным нектаром и биомаслами поверхность каждого волоса разглаживается, волос приобретает роскошный цвет и глянцевый блеск. Цветочный нектар – это концентрат жизненной силы цветка. Он состоит из воды, естественного сахара, минералов, аминокислот, витаминов и эфирных масел. Нектар получается из цветочных эссенций, бережно извлекаемых из нектарников, находящихся в самом центре растений. Цветочный нектар – новейший люксовый ингредиент в косметологии и парфюмерии. Введение этого ингредиента в состав краски для волос стало инновационной разработкой Schwarzkopf, впервые опробованной в крем-краске Nectar-Color. Тонкий аромат Nectar-Color с нотками груши, экзотических фруктов и жасмина сделает окрашивание волос более приятным. Тем не менее, заменой аммиака на масла уже не удивишь. А вот цветочный нектар в составе – это что-то новое. На поиски своей краски для волос может уйти полжизни. Мы уже думали, что найти идеальное средство – задача невыполнимая, пока к нам в руки не попала новая краска Nectar-Color. Nectar-Color предлагает женщинам мягкое, стойкое окрашивание яркими естественными оттенками, плюс уход за волосами во время и после окрашивания. Спасибо за внимание. До свидания.